Скорей сюда зови друзей. Звени, звени, звонок. Мы начинаем для детей веселый наш урок. Ты маму с папой удивишь и всех родных и близких. Когда ты вдруг заговоришь со всеми по-английски. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Здравствуйте, ребята! Привет, друзья! Hello. Привет! Ой, что это у тебя, Хрюша? Подарки! Это мне все друзья с детского садика подарили! Еле дотащил! Уф! Только тебе! Эх, почему я брать не умею? Ну ты кому, а? Да всем! Всем! Ой, тетя, покажите! Сейчас. Это мне. Я не острудился. А это все вам? Нет, так нечестно. Надо честно делить игрушки. А зачем делить? Можно же и вместе играть. Тем более вместе всегда интереснее. Я одну такую игру знаю. Как игру? А урок английского языка? Да. А разве нельзя учиться играя? Тем более вот эти игрушки нам в этом очень помогут. Помогут учить английский язык? Еще как. Ну-ка подскажите, какие у нас есть игрушки? Ну вот собака вот. Так, собака. И ты чего, тетя? А что это, тетя Юль? Так по-английски пишется собака, а звучит вот так: a dog. A dog. Правильно, a dog. A dog. Собака. A dog. А кто еще у нас есть? Ослик. A donkey. Что? Что? Ослик по-английски a donkey. A donkey. Правильно, вот он, a donkey. А еще есть мяч. Мячик по-английски a ball. A ball. A ball. A ball. Мяч. A ball. А лягушка как будет по-английски? А лягушка по-английски будет a frog. A frog. Точно, a frog. A frog. Лягушка. Обезьянка. А обезьянка по-английски будет a monkey. A monkey. Ха, смешно. Обезьянка. A monkey. А кукла по-английски будет a doll. A doll. A doll. A doll кукла. Кукла. А еще есть a clock. Что? Что? Часы. A clock. Часы. Часы. A clock. A clock. Правильно. А еще есть a cock. A cock. Правильно. A cock. Петух. A cock. A cock. A cock. A cock. Вот a cock. Это мне нравится. Тетя, это прям как в стихах получилось. A cock. A clock. A cock. A clock. Здорово. Правильно, Степашечка. Вот она, наша игра, и начинается. Вы знаете, что такое рифмы? Да. Конечно. Это когда слова звучат почти одинаково. Мяч, грач, палка, галка. Эклок, эклок. Правильно. В английском языке тоже есть рифмы. Кто найдет два рифмующихся слова, тот получит вот такую вот шоколадную медаль. Киска, место, давайте мне медаль. Хрюш, ну мы же на уроке английского языка, и нужно найти английские рифмы. Вот Степашечка уже нашел, молодец. A cock, a clock. И он получает первую медаль. Держи, Степашечка. Спасибо. Ну, кто еще найдет рифму? Я знаю. A dog, a frog. Собачка, лягушка. Собачка, лягушка. Это не в рифму. А по-английски в рифму. A dog, a frog. Молодец, Филя. Держи медаль. A dog, a frog. Так. О, а вот еще. A donkey. A monkey. Правильно. Ослик, обезьянка. A donkey, a monkey. Держи, Филя, еще одну медаль. Спасибо. A donkey, a monkey.
А мне? А ты посмотри, разве здесь ничего не осталось? Кукла, мячик. Это эбол. В рифму. Молодец, Хрюша, держи медаль. Какие вы молодцы, придумали красивые рифмы. Давайте посмотрим, что у нас получилось. A dog, a frog. A donkey, a monkey. A ball, a doll. A cock, a clock. Здорово! А я стишок придумал. Вот. Прибежал во двор эдог, от него удрал эфрог, разупрямился эданки, раздразнил до слез эманки, а большой такой эбол уронил на пол эдол, рассердился тут экок, спать пора, сказал эклок. Ой, молодец. Молодец. Хрюша поет. Ой, а я музыку придумал. Давайте на Хрюшиной стихи песенку споем. Да. Давайте. Прибежал во двор эдок, от него удрал эфрог. Разупрямился эданки, раздразнил до слез эманки. А большой такой эбол уронил на пол эдол, рассердился тут экок. Спать пора, сказал эклок. Алло? Конечно, конечно. Что там, а? Что? Наши маленькие помощники тоже хотят спеть вашу песенку. Прибежал во двор эдок, от него удрал эфрог. Разупрямился эданки, раздразнил до слез эман. А большой такой эбол уронил на пол эдол, рассердился тут экок. Спать пора, сказал эклок. Замечательно, спасибо. А теперь и вы, ребята, попробуйте спеть нашу песенку. Получилось? Думаю, да. А если сразу не вышло, то все обязательно получится. Пойте чаще эту песенку, и вы выучите новые английские слова. Это и будет вашим новым домашним заданием. Ну, а теперь нам пора прощаться. До свидания, ребята. Goodbye! Bye!